Сегодня у нашего Лёши день ангела. Споймали на улице. Лёш, кто такой святитель Алексей? Это тот, кто ходил к монголам. К монголам, да. Который исцелил жену хана, которая слепая была. Помнишь? Да? Еще там фильмы с тобой смотрели. Да. Его там еще калечили. Да. А подарок ты хочешь на день ангела? А если скажу тебе, что подарок у твоего брата находится? Спасибо. Момент истины. Та-ра-та-та-та-да. Леша у нас тоже будущий блогер. Поэтому телефон должен быть нормальным. Сегодня телефоном случилась недавно травма. Он разлетелся на куски. Покажи. Ну что, как проходит тестирование? Пытаюсь вернуть аккаунт. Пытаюсь. Да, пароль забыл. Видно, пароль забыл? Да, пароль видно забыл. Вспоминай. Да, Леша. Одного... Сейчас вспомнит. Так, вспоминай пароль и, пожалуйста, садись делать уроки. Пароль. Ты гулять не пойдешь? Может быть, пойдешь. Да, пойдешь ты. Пойдешь. Ладно, пару слов про подарок. Вообще классно. Yeah.